Не могу сказать, что все прошло, как я хотела, но, по крайней мере, Красный Джо сможет тренироваться. Заказ закрыт.
Ну, конечно, давай, три напролом. Я подумал. Thank you.
Я под... Есть кое...
Привет. Новый заказ, Ви. Милитех задержал на границе контрабандиста по имени Брюс Уэлби. Друг хочет его вытащить. И мы должны сделать за него всю грязную работу. В общем, тебе надо освободить Брюса. Подробности отправила. Огонь!
Он враг корпорации. Я под обстрелом! Меня атакуют! Внимание! Вижу врага! Я под обстрелом! Он враг корпорации. Меня атакуют! Я под обстрелом! Меня атакуют! Внимание! Вижу врага! Он враг корпорации! Внимание! Вижу врага! Сдавайся! Тебе некуда бежать! Перезаряжаюсь! Он враг корпорации! Внимание! Вижу врага! Эй, алло! Ты где там? Какого черта? Под обстрелом! Выходи! Меня атакуют! Все чисто! Перезаряжаюсь! Он враг корпорации! Я под обстрелом! Внимание! Вижу врага! Он враг корпорации! Внимание! Вижу врага! Он враг корпорации! Внимание! Вижу врага! Меня атакуют!
Он враг корпорации. Да сколько ж можно гнить в этой жопе мира? А ты бы хотел куда-нибудь в горячую точку? Я под обстрелом! Может быть, а? И время быстрее, и денег. Есть подозрительная активность. Мы считай на курорте, так что не ной. Меня атакуют! Есть тут кто? Покажись! Пойду посмотрю. Угроз не обнаружен.
Отвяжись от меня! Внимание! Вижу врага! Oh.
Что тебе нужно? Меня атакуют! Ты Брюс? Издеваешься? У вас же есть мои данные. Или ты не из Милитеха? Спокойно. Меня послал Арчи. Арчи? Арчи Крейн? Он самый. Только некогда прыгать от радости. Надо выбираться. Арчи знал, кого прислать. Хватит тебе тут сидеть. Пора размять кости. Это я с удовольствием. Я под обстрелом!
Меня атакуют! Да что за херня? Брюс, дорогой ты мой! Я уж думал, мы тебя не вытащим из этой помойки. Арчи, ну ты и говнюк. Что? Этот лагерь существует из-за таких, как ты. Я видел тебя за рулем. Ну сколько они тебе платят? Достаточно, чтобы я мог купить тебе билет отсюда. Поблагодаришь потом. А сейчас нам пора. Слушай, Ви, вот еще что. Если решишь уехать из Найт-Сити, будь осторожнее на границе. Там, говорят, всякое случается. Спасибо, что сделал все тихо и аккуратно, прямо как мы с тобой и договаривались. Брюс спасен и доставлен к Арчибальду. И я знаю, что ты устроил все это без лишнего кровопролития. Оплата сейчас поступит на твой счет. Заказ выполнен.
Короче, Милитех поставил на границе новый радар. Это плохо для контрабанды, плохо для Альдекальда и особенно плохо для меня. Я хочу узнать, как он устроен, но для этого мне надо его получить. Доставь мне эту штуку, а я тебе хорошо заплачу. Подробности сейчас пришлю письмом. Приказы подтверждены. Локализую подозреваемого. Приказываю обнаружить себя. Пойду посмотрю. И направился к нано-пчелы обосновались в нескольких автобусах и городских зданиях, что привело к многочисленным происшествиям. Мэр Милана Лоренцо Ричи собрал следствие. И на что рассчитывает, так, глава штата, тогда это предложение для вас. Компания «Новочинец-Атолл» объявила поступление в продажу 15 новых искусственных островов. Каждый из них занимает... Труп! Острова находятся в международных водах. Давайся! Владельцы не подчиняются ни одному из государств. Хотите узнать больше о своем будущем райском уголке? Ссылка внизу экрана. Кстати говоря, отдых на западном побережье – альтернатива островам. Это все на сегодня. До новых встреч! Подозреваемого!
Приказ обнаружить себя. Локализую подозреваемого. У нас проблема. Приказ обнаружить себя. Локализую подозреваемого.
Да! Кто-нибудь займите эту позицию! Прятаться тут негде, так что вылезай! Всем внимание! Он где-то здесь! Очень странно. Прятаться тут негде, так что вылезай!